Плюс 12 побед, 2 ничьи, 0 поражений, как у Ливерпуля, 43 забито. Здесь, вот на этом стадионе, в Вигера Чароут играть очень даже непросто. Люсман Пепа Гвардиолы и Бернарду Лерой Сане мы сегодня не видим. Впереди Агуэро, лучшего бомбардира в истории Манчестер Сити, но у него мыша 0-3-0. Ну, в общем, никто не ставит на удачу Уотфорда. Хотя в футболе защитников. Сейчас это Перейра атакует Бернарду Силву. Подача. Мяч выбивается из пределов штрафной площади. Однако хозяева в атаке. Удар по воротам. После трехлетнего перерыва. Ну, действительно, своей игрой он пока вперед. Сане провалилась оборона. Иской лиги в свое время. Явно проспала вот этот рывок. Проблемы в последнее время. Быстро разыграли. Как здорово в касание. И Сане. Но тут отличная передача на Кайла Уокера. Бернарду Силва. Отличная передача. Манчестер Сити много забивает для полузащитника. Причем забивает из пределов. Вот нам показывают повтор. Но там, правда, Кэт Карт вовремя выпрыгнул. И с трансфером Мареза не все в порядке. Сане. Нет офсайда. Как открываются. А? Передача великолепно разыграна. Еще удар. Еще Фостер спасает. Раз, два. Держимый, а главное, точной игрой вратаря. Без боязни. Рукой. Потом на фланге и в центре. В основном все-таки в центре. А вот момент. Прострельная передача. Это о, Кайл Уокер. И опять отбились. Обыграться здесь. И удар издалека. Но это удар тренировочный. Ощущение, что уже у футболистов Уотфорда закружилась голова. Подача. Дышку своим ребятам. Натиск. Так вот. Агуэро мышечный спазм. Бенджамин Менди колено. Он, скорее всего, будет. Роберто Перейра подает. Рикошет. Борьба. Бить нужно. Бить-то невозможно. До мяча добра. Игру. Играют футболисты Сити. Подача в штрафную. Сброс. Но здесь Фостер. Фостер. Ну и это его. Отобрали мяч. Теперь показывают, можно играть. Можно. Жестковато. Хьюз. Неудобно. Перейре было бить, но все-таки сделал скидку. А вот момент, удар! С Ливерпулем дисквалифицирован. Он сидел на трибуне. И проиграли на этих 1-2. Сейчас снова Фостер. Близкого расстояния. Такого акцентированного удара не получилось, но тем не менее. Близкого расстояния. Бабах! Но правда. Ух ты! Там. И удар по воротам. Снова Венсан Компани. Вот он, Морес. Летит в штрафную. Но на своей половине поля морезает Кэт Карт. Он только наблюдатель. Морез. Вроде бы все правильно. Длиннющая рука. А сейчас Морез. Прострел. Кэт Карт отбил. Дальше по своим бью. Может выйти после перерыва в той другой команде. Вот тут нам показывают героические просто-напросто действия. Но здесь, видите, не даст Тирни, потому что посчитает, что Бернарду Уокер. Передача на Бернарду. Положение вне игры. Свисток спасил без вопроса у Бернарду. Это чудо, снова Фостер. Опять подача. Вот. И наконец гол. И позиционно неверно занимает позицию. Но здесь нужно прежде. Кико Фемине был отыгран в этом эпизоде. Явно Будью заносит Сане. А какая передачка? Опять-таки, как вот подача, офсайда никакого. И гад, безумно. Сане, шестой. Уже, как говорится, дела святые. А тут атакует Манчестер. Декабря Лестер выиграл по пенальти у Саутгемптона. Вы помните? Подача в штрафную. Бывает Дюкуре. Нет, это сексес. И тут курьезный какой момент, да? Это с нигерийцем. А, вот там ногу задел. Айзек Саксес. Смотрите, что делает. Раз, два отбил. Еще момент. Ногами отбивает. Не сделал такую ямку своей головой в поле. Викеридж Роуд бросается. Вот так падает. Вик продолжается. Тура английской премьер-лиги Медвик. Сегодня, завтра. Но на 40-й минуте, увы, не смог
Уотфорда. Говорят они футболистам Уотфорда. И отними, если получится. Шестой Риад Махрез. Прострельная передача. Отбивается мяч, но отбивается на Фернандиньо. Еще одна подача. Но тут можно и поиграть. Вот момент хороший. Момент. Прострельная передача. А тут перепасовка. И удар 2-0. И также в Лиге чемпионов, то тут у нас получается 7. Забивает второй гол и свой уже четвертый в чемпионате. 40-я и 50-я минуты. 2-0 впереди Манч. Офсайда нет. Жезус, прострел и сливочных. Жуткий кризис. Там все переругались. Дальше что будет, непонятно. Ждут игра Глазго Рейнджерс, которую мне посчастливилось комментировать против Вильяреала. Там вообще дождь стеной. Опять в касание. Бернардо. Опять один. Сане. Убежит? Нет. Здесь Бен Фостер. И положение вне игры еще было ко всему. Продолжает танцевать. И... Да, если вообще этот залетел, обидно было. Может, тоже там притормозить. Да, была игра Рупенов. С нынешнего сезона будет внедрен ВАР, видеоассистент рефери. Далее не ожидали, а вот впереди Жезус завладел мячом и передачка, но команда в кризисе, конечно, но может выдать в любую. И в полоса во весь стол, а белая ниточка. Манчестер Юнайтед, пусть на сезон, но все-таки отправил во второй, ну, старый идет, так что можно как раз тот самый момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут офсайд, по-моему, был, да, офсайд. И тут же побежали вперед, и тут же Жезус. Нет, Уотфорда, безусловно, подача, удар поворотом. Ну, что же, тот, ну, там момент, вот сейчас... Подача. Сане пришел на подмогу. Подача в штрафную. Сане. Один. Один. Ну, тут перемудрили. Высели. Троедини. Удар. И удар, как видите. Так как-то. Штрафными Вулвергемптона. Потом Шрусбери Таун. А Уотфорд оказался в прошлом сезоне. Накладная зона перед Сане. Мне не знает, что делать. Прострел, но тут пришел и все на этом, судя по всему, закончено. Нет, атака продолжается. Это Уотфорда. Пытается выйти на ударную позицию. Спасает. Какой тяжелейший мяч вытаскивает Фостер. Что такое, Фернан? Сан Компани получил по ноге. Да, обидно. Лафео. И удар! Будет гол! Ну, будет или нет? Все-таки Затре забил свой первый гол в этом чемпионате. В своем 15-м матче. Опасно атаковал вратаря. Это была опасная игра. Он прямой ногой шел на кипера. Вот видите, вот Грей атаковал. Причем тут еще одна, которой обидели Эдерсона. Ну, там, может быть, и, кстати говоря, и офсайд. Идет вперед, в наглую доходит до лицевой, подача, и мяч уходит на угол. Что мы видим? Подача в штрафную, прыжок, удар! Да, смотрите, кандидатов в национальную команду. А тем временем в атаке мяч не ушел, не особенно напрягаясь. Не тут-то было, как раз Кеткарт забил и в ответку. Мяч. Еще одна подача от Деолафео. Падение. Удар. Ух там. Футболисты Уотфорда. И, конечно, ну, все живые люди. Ясное дело, что так он воспитанник. Кстати говоря, в свое время играл, ну, не в основном, не понимает, с кем играет и что делает. Угловой, конечно же, угловой. От Жезуза. Передача от Бернарду, и здесь Жезус, то он был ближе, чем предпотоправленной позиции. Пробил-таки там еще от Лыминта.
И такое ощущение, что футболисты Уотфорда ждут, не дождутся финального свистка. И не видел вратарь. И вытащил. Вот видите, из-под защитника. Как все у него пройдет сквозь камеру. Такой...